Тихо, подожди. Нет. Вот так, да, Бруник? Сюда одеваем. Да. Коротенькую в длинненькую. Коротенькую в длинненькую. А, вот так. Да. Коротенькую в дырочку. И чеку в коротенькую. Надо же. Получится. Чека без разницы какой? Так? Да. Так. Синий, синий. Да. Тандон готов. Пошел, пошел. Опираемся. Да, на ногу. Солнышко. На какую высоту мы поднимаемся? 250-300 метров сегодня, наверное, будет. Больше 300 нельзя, сам не считает. Чтобы до 300 метров не было. Как мировой рекорд 3000 метров. Ого. Дальше прибор сломался и оказался 300. Да. Но это не то, чтобы по своей воле у девочки получилось. Она на соревнования попала с своим чуваком из Китая. У нее есть разы. Ну, один китайцем стало меньше сразу. А она здесь, если бы она здесь, то... Ничего себе. Начинаю. Упираемся. Чудо в небе фильм называется, если кто-то хочет посмотреть. Упираемся. Упираемся. Побежали. Летим. Ура! Удобно ли тебе девица, удобно ли тебе красная? Да. Высоты 236 метров у нас. Блин, как красиво. Сейчас тут какой-то бортожек по пути был, может быть, мы тут наберем метров пару поездов. Но да, насколько все облачно, все-таки вероятность этого мала. Земля не прогревается, потоков хороших нет из-за этого. Но зато с другой стороны не придется. Можно выше подняться, да? Да, вот, смотри, вот поток на нашу какой-то нашу поток. Будем сейчас его раскрутить, пока он не прошел. Солнце греет землю. Вот пошел подъем. Чуть-чуть нас покатил вот поток. Солнце греет землю, земля нагревает воздух, который там при ней. И таким образом этот воздух начинает подниматься вверх. Мы на этих вот нагревшихся потоках воздуха мы можем набирать высоту. Мне кажется, у нас камера с вами отключилась. Чё? Мне кажется, у нас с вами камера отключилась. Маэстро, да? Вам моргает наш.